Извините, в прошлой записи просто у меня произошла ошибка. Итак, вот я рисую хвост. Итак, вот я нарисовала ее хвост. Так, вот тут вот здесь вот так вот. Вот она нарисовала ее хвост, он более как бы сложный получился. Теперь вот здесь я рисую специальную линию. Итак, вот я рисую ее линию так. Теперь я рисую вот здесь вот, вот. Ну и сейчас я немножко подправлю. Итак, вот я изменила ее немножко так. Теперь я отсюда вырисую. Вот так. Подожди. Итак, вот. Кстати, извините за сбой. То, что произошло в прошлой части, из-за того, что как бы там у меня ошибка получилась. Итак, вот здесь как туфельки, как половина сердечка. Так, а теперь рисуем ее руку. Каденс — это моя пони, которая мне тоже очень нравится, но она на втором месте. Больше всех мне нравится принцесса Твайлайт Спаркл. Надеюсь, я ее когда-то нарисую. Так, вот я нарисовала ее, осталось ее только раскрасить. Сейчас я ее раскрашу. Итак, беру сперва фиолетовый цвет. Итак, вот фиолетовым цветом раскрашиваю все ее тут. Вот тут, вот эту линию пока что. Итак, вот я раскрашиваю тут очень аккуратненько круговоротом, а тут уже немножко по-другому. Итак, вот я раскрасила ее почти. Так. Почти все то, что нужно фиолетовым цветом. И так, еще нужно глаза. Так, потом, что нужно еще фиолетовым цветом. И в хвосте, конечно же. А, еще аккуратненько доводим кончики крыльев фиолетовым. Я вам сейчас покажу, как это делается. Вот я навела кончики крыльев. А теперь вот так вот тут подрисовываем вот так. Вот так вот. И закрашиваем это. Потом мы там докрасим розовым.
А, сама она будет вот этим вот цветом. Я просто забыла вам сказать. У тем, что я вам показывала. Так, вот это очень сложно. Ее крылья будет рисовать. Так. Теперь опять я беру фиолетовый цвет. И раскрашиваю вот эту часть. Тут опять круговоротом. Вот, чтобы вам лучше видно было, как я раскрашиваю круговоротом. То есть не вот так и не вот так, а вот так. Тут как бы сплетение цветов идет. Так, вот я раскрашиваю ее сзади. Это очень красивая пони, как бы. Она очень милая. Принцесса любви. Только интересно, вот я смотрела видео, то есть комментарии на одном видео, по-моему, на ремиксе одном. Целуй. Почему у Каден зеленая магия, а не чьи голубая, а у Фанингармара розовая. Итак, вот. Беру желтый цвет. Много чего нужно окрасить желтым цветом. Туфельки. Ожерелье. И линии. Так, вот. Итак, вот я раскрашиваю эти все линии. Очень аккуратненько, чтобы у меня все красивенько получилось. Потому что я вот, как бы я не буду хвастаться, но... Хотя ладно. Я считаю, что у меня очень красивый пони получается, просто... Некоторые говорят, что в них что-то неправильно. Хотя я сама тренировалась целый месяц. Так, ай, еще на хвосте. На хвосте, внимание, тут очень много линий. Если вы не сможете так, как я, то ничего страшного. Потому что профессионализма мне не нужно. Мне главное, чтобы вы хотя бы как-нибудь научились рисовать. Вот. Теперь беру черный цвет. Так, вот. Скашу ее глаза. Так, раскрашу ее глаза. Так. И... Так, и беру потом вот такой цвет. Вот. Темно-розовый. Аккуратненько тут достаешь. Можно свои цвета добавлять в каденс, только, пожалуйста, не зеленый и не черный. То есть можно оранжевый туда добавить, например. Потому что как бы зеленый не сочетается с розовым. Поэтому лучше голубой можно добавить, допустим. Я добавлю голубой сюда. Вот сюда. Так, вот тут как все запутано, поэтому внимательно смотрите, как я веду линии. Чтобы вы не запутались. Вот. Чтобы вы не запутались. Я начну немного быстрее рисовать.
и меньше разговаривать, чтобы мне быстрее получилось. Беру голубой цвет, аккуратненько навожу тут все обязательно возле копыта. Вот тут, вот тут. И вот здесь. Здесь как бы ее хвост немного перемешался. Поэтому так получается. Разрывчатые цвета. Ее хвост немного перемешался. Поэтому так получилось. Ее сердечко будет не зеленым, а голубым. Можно добавить оттенок зеленого, а так он будет голубым. И вот это тоже голубым. Вот. Так, вот теперь пришло время раскрасить ее, ее саму. Беру розоватый цвет, вот такой не очень. И вот здесь, как я говорила, возле крыльев. Просто розовым цветом. Сюда немножко розового начала добавляем. Чтобы было понятно, что там уже идет смена цвета. Вот. Вот потом уже не надо ничего. И так вот так. Так вот расскажи ее рог. Здесь немного смешались цвета, поэтому я подожду здесь и начну крылья. Каденс очень красивая, милая пони. Так, вот. Итак. Я почти всю раскрасила. Так, вот я переворачиваю специально для вас, чтобы правильно раскрасить. А тут так, тут как бы круговоротом делаю, чтобы смешать порядок линий и чтобы каденс очень красиво смотреть. Вот здесь очень аккуратно вводим мимо черного. Итак, так я забыла раскрасить еще одну часть хвоста. Ну ладно, давайте вот эту часть можно зелененьким тогда раскрасить, но давайте тогда, чтобы тут тоже было выглядывая немножко зелененько. Так вот, присматривайтесь, как я тут нарисовала. Вот, и вот эту часть же. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравится мое видео, как я рисовала принцессу Каденс. Я буду рада, если вы поставите лайки. Всем пока!